Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре магнитола GVC, моделька KD-R661. С поддержкой iPhone и iPod. И, к сожалению, не сменной подсветкой. Давайте рассмотрим магнитол. Комплектации начнем. В комплекте идет кабель питания. Ключи для снятия магнитолы. Оригинальный гарантийный талон. Инструкция на украинском и русском языке. И магнитола. Рассмотрим поближе магнитолу. Сразу бросается в глаза, что магнитола идет с шахтой. Удобно то, что ничего не надо докупать для монтажа магнитолы в автомобиль. Сверху идет наклеечка с информацией о магнитоле, серийным номером, названием модели и датой изготовления. По разъемам. Сзади находится антенный разъем, две пары линейных выходов, предохранитель на 10 ампер и разъем для подключения провода питания. Передняя панель съемная, снимается очень легко. Под передней панелью находится кнопочка Reset для перезагрузки. На самой панели находятся кнопки управления и регулировки, также дисплей, разъем для CD-дисков, под заглушкой находится разъем USB, чуть ниже также разъем AUX. В магнитоле используются 4 режима, это режим радио, CD-дисков, режим USB и режим AUX. Как вы видите, подсветка несменная, подсветка красного цвета, единственное, что можно ее приглушать. В режиме радио доступно 3 диапазона, FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Также удобно вынесена отдельная кнопка управления эквалайзером. В режиме USB при прослушивании треков можно их перематывать, листать папки, также включать случайное воспроизведение и воспроизведение треков по кругу. Также давайте посмотрим, какие еще настройки можно сделать в магнитоле. Thank you.